Что такое? Что это? Дай сюда. Дай сюда. Однажды я видела похожий рисунок. Но нарисован был не чернокожий, а еврей. И вместо пухлых губ у него был длинный нос, прямо как у крысы. Это был портрет не определенного человека, а карикатура на всех евреев. Все начинается с такого рисунка. А потом дети погибают в перестрелке, так и не узнав за что. Вы же ничего не знаете. Вы не уважаете наш образ жизни. Но чтобы вас уважали, уважайте других. Это полная чушь. Я не буду вас уважать только за то, что вы учитель. Белые всегда требуют уважения, будто оно им причитается с рождения. Я учитель. И цвет кожи тут ни при чем. Еще как при чем. Не делайте вид, что вас интересует наше положение. Мы на войне. Если погибнуть за дело, это славная смерть. Тебя будут уважать. А что происходит, когда умираешь? Ты гниешь в земле, а остальные продолжают жить. И вскоре забывают о тебе.